Народный контроль, общественные наблюдатели, которые будут работать на досрочных выборах губернатора области и депутата Госдумы от Самарского округа, начали получать направление на избирательные участки. Напомню, обучение прошли около 1700 жителей, решившие лично проконтролировать ход голосования. Продолжит Георгий Федоров. Лекции, семинары и проверка знаний. Только вместо диплома направление в участковой избирательной комиссии. Документ подтверждает право гражданина находиться на участке в день выборов, следить за прозрачностью голосования, выявлять и сообщать о нарушениях. Общественные наблюдатели не выдвигаются политическими партиями, а следовательно, их оценка априори более объективна. Впервые практика доказала свою эффективность на выборах президента России 18 марта. Тогда на избирательных участках Самарской области работали почти 3000 добровольцев. Теперь успешный опыт будет применен 9 сентября. Обучение прошли свыше 1700 человек. Первыми направление получают координаторы, лидеры общественных наблюдателей из разных районов области. Люди как-то с нами стали считаться и стали верить, что выборы действительно проходят честно. А еще благодаря вот этим вот занятиям, которые проводили с нами, лично я приобрела много друзей. Поэтому институт должен жить на благо России, на благо Самарской области. Обучение добровольцев организовала региональная общественная палата при поддержке избирательной комиссии Самарской области. Наши общественные наблюдатели получили необходимую подготовку и психологическую, как себя вести в соответствующих стрессовых ситуациях, как сделать так, чтобы назревающие конфликты были купированы. Это тоже очень важно для того, чтобы на избирательных участках была спокойная деловая обстановка. Огромная работа уже проделана, но самое важное уже впереди. И я хотела бы еще раз к вам обратиться и попросить вас действительно быть независимыми, добросовестно выполнять свои обязанности и быть объективными на избирательных участках. В ближайшие дни координаторы передадут своим группам удостоверение общественных наблюдателей. Георгий Федоров, Александр Дудко, новости губернии.